Всем привет, продолжаем нашу римку. Я тут вне записи решила поиграть, и на нас нападают слоны. Вот смотрите, один слон уже прибежал сюда, то есть я сейчас своих чуваков сюда, давайте их надо будет расставить сейчас тоже. Так, слон, ты что здесь делаешь? Слушайте, а нам кто? Ну, они нам дверь сломали. Так, а где еще один слон? Был еще один слон. На нас тоже вне серии. А, вон он где. Капец. Так, нам срочно надо делать двойные стены, потому что это не делом. И вне серии тоже к нам на нас нападал Муфало, мы его спасли. Мы же добрые. Так. Окей. Так. Сейчас дайте подумать, как нам спасти вот этого. К нам слон залетел. Это не очень хорошо. Блин, а сейчас второй тоже прилетит. Ага. Так, тогда окей, бежим сюда. Бежим сюда. Быстрее, 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 быстрее. Пока они нам тут всех не зафигачили. Даже, наверное, сюда. Ну, бежим. Бежим быстрей. Так, один готов. Вы только нашего этого не... Все. Так. Нет, не все свободные. Спасаем вот тебя. Так, спасти. А где еще один? А, вот он. Сахарка, ты спасти. Давайте. Маха, 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 маха. Это все остальное потом подождет. Так, похоже, нам еще пора уже изучать автодвери, потому что-то мне это вообще не нравится. Крушение капсулы. Персона. Каннибализм, доброта. Попробуем спасти, как вариант. Так, пантерка, спасти. Давай. Быром-быром. Так, вас залечили? Ага. И смотрите, кстати, что я выяснила. У этого простой протез ноги. То есть нам еще одна нога нужна. Что есть не очень хорошо. Так, пантера, ты... Лечить не умеешь? Стоп. Пантерка, пантерка. Вылечи, пожалуйста. Убираться потом будете, чё? Так, и чё у тебя, чувак? Потеря крови средняя. А почему до сих пор у тебя потеря крови? Ну, сразу сколько кожи пришло к нам. Классненько, чё? Слоновая кожа. Эй, а... Ясно, я поняла. Я ограничения забыл убрать. И смотрите, я решила начать занимать нам еще одну, потому что-то у нас с энергией, конечно, это вообще жесть начинается. Может снова ходить. Ну, мы рады за тебя, что ты можешь снова ходить. Так, иди поторгуй. Продать
Продать-то нечего. Носороги нам не нужны. Ни купить, ни продать. Давайте небольшой подарок, что ли, сделаем. Нет. Тогда фигушки. Золото мы вам дарить не будем. И не мечтайте даже. Так, построй, пожалуйста, дверь. Что это такое? Заходи, кто хочет, что ли, блин? Ты где там? Стена из гранита. Работай над дверью. Какой противный, а? Сейчас вот это огородим все, чтобы на нее никто не нападал. Так, блоки. Хорошо. Во, давай, давай, давай. Ну и куда ты пошел? Иди строй. Я думала, они издеваются надо мной. А вы... С кем ты подрался-то? Они между собой еще подрались, и нам тут грязище оставили. Вот уроды. Приперлись, грязь оставили. Офигевшие. Так, ребятки, вставайте, убираться надо. Убираться. Лечатся теперь сами. Вы чё мне тут грязь наводите? Идите нафиг отсюда, а? Валите. Мало того, что, блин, ни хрена ничего нам не принесли, не продать ничего. И не купили у нас даже ничего. Так. Возьми, пожалуйста, дробовичок свой. Автосохранение. Ага, строите заново. Да, молодец, умничка. Кошки... И сколько этих кошек? Жесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять кошек. Капец. Так, а здесь я вроде сделала, чтобы не было. Так, кошки пошляются где хотят. Они мне, в принципе, не нужны. Так. Переговоры, да вы издеваетесь. Муфала, ты не хочешь к нам? Давайте приручим Муфала, в конце концов. Пока он добрый. Давайте мне здесь все достраивайте, наконец-то уже. Мне надо вот эту часть тоже захватить, чтобы у нас энергия просто улетала. И я, наверное... Кое-какие вот эти вот разберу. Допустим, чтобы вот здесь вот еще комнату можно было поставить.
Блин, а комнату там не получится поставить. Ладно, вот эти я оставлю как резерв. А вот это я, наверное, разберу. Или вот эти два. Мяу-мяу, мяу-мяу. Ужас какой. Полностью здоров, ты от нас уходишь, да? Эх, учительница, учительница. Ну ладно. Пока-пока. Ура. Мы можем строить, разрешить. И нам теперь сразу надо энергию. Так, кабель. Кабель, говорю. Нет. Пусть в общую-то входит. Потом я здесь еще двойные стены сделаю тоже, чтобы вот эти стенки не разрушали. Киса. Через 3 часа умрет. Жалко кису, блин. Лечи. Успеешь, не успеешь. И забрал. Крыса. Вот ведь и крыса. О, правый глаз выгрызено. Офигеть. Жесть какая. Что у нас тут? Компоненты. А чего вы не принесете компоненты? Хорошо. Кошакам просто спать негде. Это плохо. Срочненько все на минус. Включаем. Иначе у нас тут будет жара. Так, а здесь что у нас? Нормально. Так, блин, я боюсь, что здесь будет бум сейчас. Давайте вот эту одну выключим. И вот эту, наверное, тоже выключим. А включим вот эту. Так. Давай минус. Так, а что у вас здесь до сих пор? Вот это работает. Все равно, да, не справляется просто. Опять грузовой контейнер. Да, что-то меня игра троллит, по-моему, блин. Серебро.
круто, конечно. Что серебро? Так. Не справляются мои. Не справляются. А здесь из-за этого жарко. Блин, надо здесь один только оставить. Один сюда сейчас будет перенести. Да. Иначе так у нас и будет дальше. Здесь более-менее вроде справляется, а вот здесь вот не справляется. А, ну здесь еще вот этот сюда уходит отсюда. За счет этого. Кошки, ну вот стопе. Вот здесь вот-то зачем ходить? Я не понимаю. Блин, я не знаю, может, торговца сами вызовем. Так. Давайте с ним немножко. Так. Не являются союзниками. Хорошо, давай с вот этими. Раньше можно было им отправить подарки, и за счет этого улучшалась репутация, но вот изменили это. Это изменили, мы ничего сделать, к сожалению, не можем. Че, все работаешь? Красота. Сейчас нам энергии на все должно хватать. Так, и давайте, наверное, все-таки я разберу. Вот эти два, мне кажется, должны справляться с тем, что у нас вот энергия будет здесь копиться. Если не будет хватать, тогда придется, наверное, все-таки вернуть. Сейчас посмотрим. Как это будет происходить? Альпака беременна. Блин, походу от альпак уже придется тоже скоро избавляться, потому что что-то они плодятся с неимоверной скоростью. Хуже кроликов. Слышите, тут мяу-мяу-мяу-мяу. Это вообще коры. Интересно, какой они породы? Тут интересно, есть такая вещь, нет? Нужды. К сожалению, нет породы. Жаль. Было бы прикольно, мне кажется. Блин, ну их даже ни преданности, ни... О, муфала тоже наша. Красота. Муфала наша. О, торговцы оружием пролетают мимо. Хорошо. Сахарка, перестань делать, что это твои животные, а? Так. Пролетает рядом, окей. 5 часов. Лу. Вставай, пожалуйста. Отлично, так. Опять грузовые контейнеры. Чё-то прям вообще. Так, ну, естественно, сразу берем все вот это. Продаем вот это. Плохо, плохо. Вот это тоже все плохо. Ну, избавимся от лишнего оружия.
Блин, прикиньте, за 5 компонентов сколько мы уже оружия отдали. И все равно мы не в плюсе. Блин, опять энерговинтовка. Вот энерго... снайперская винтовка. Вот почему ты кошек не берешь? Я бы сейчас кошек отдала. Так, ну, блин, пистолет. А хрен с ним. Вот винтовку оставим, а пистолет отдадим. Ну и все. В принципе, брать-то не... Ой, не знаю, брать, не брать. У нее урон, конечно, маленький, но... А снайперка, кстати, нам бы тоже пригодилась, да? Нет, к сожалению. К сожалению, в ИАх мы не можем себе это позволить. Так, грузовые контейнеры, кстати. Что там? Простое блюдо. Не, ну игра нас троллит. Прям закидывает этими контейнерами, что там прям. Я что-то не знаю. Хороший радиус, в принципе. У этого поменьше. Так. Глубокое бурение. Давайте-ка... Или мы уже изучили автодвери? А, мы изучили автодвери. Так. Доспехи пусть изучат. Ну, с едой у нас вообще проблем нет. Они просто не успевают даже тупо жрать это все. Муфала, ты у нас где ходишь? Ты у нас неограниченно ходишь, да, пока? Ну, ходи неограниченно, ладно. Сахарка, не беси меня. Так, и, кстати, я немножко перенесла... Так, вот это надо убрать. У нас вот прям под носом эти были, чуваки. Я их перенесла. Отличненько. Так, ну, с энергией у нас все хорошо. Прям вообще радует очень сильно. Вам делать да нифига. Неограниченно. Ахаха. Ну, давай. Я не знаю. Блоки гранита еще подделать. Там 100 штук. Можешь известняка потом подделать 100 штук. Давайте одежду сделаем. 10. В принципе, нам лишняя одежда не помешает, так что... Пусть радуются. И, наверное, давайте еще на продажу поставим делать. Ну, штук 10 пусть сделает. Кто-нибудь сделает пусть.
Так, посмотрим, давайте, что еще мы можем сделать. Простой протез ноги. Но мы скоро сможем, как у нас пласталь появится, получше делать все это дело. А на бронежилеты нам что надо? Ткань, сталь, компонент. Пока с компонентами проблема. Пока мы это вам не дадим. Блин, придите кто-нибудь, кто покупает этих кошек. Я вам их продам. Пожалуйста. Наверное, стоит пару альпак продать. Что-то меня начинает эта ситуация напрягать. Так. Давайте все подряд теперь потихоньку изучать. Блин, вот я сюда никак не могу приступить, потому что у нас нету. Энергию-то мы сделаем, это не проблема. А вот у нас то, что нет компонентов, вот это проблема. Можешь сюда ломануться попробовать? Сейчас я двоим одену. Надо посмотреть, кто у нас быстро бегает. И слушайте-ка, надо автодвери поставить. Да. Надо пора ставить автодвери. А, блин, на него надо компоненты. Не. Пока нет, тогда. Так, что ж нам еще с вами сделать пока что? Пока потихоньку захламляемся. Так, почему у вас всех рваная одежда? Почему вы не одеваетесь? Вот они меня бесят. Реально бесят эти. Сейчас все подряд будем изучать уже. Как только у нас... Кстати, можно будет стол переставить. Потому что, как мы все изучим, нам вот это, в принципе, уже не нужно будет. Ну, и место освободится, чтобы что-то еще поставить, если что. Либо здесь перестановку какую-нибудь сделаем. Подумаем еще. Так. Теряет башелин чутье хирурга. Блин, а пока у него чутье хирурга было, нам надо было прооперировать двоих. Одного точнее. Эх, вот я проворонила-то. Ну ладно, куда деваться. О, веселуха идет. 26 вышибалы? А мы их осилим? Так. Давайте предложим укрытие. Сделаем так. Сохранить. Сейчас. Блин, надо было, конечно, не сюда сохранять, а сохранить на... Ну, если что, на единичку мы потом.
Перезагрузимся. Ты вообще что за персонаж-то? Стоило тебя брать, нет? Жадность, биоконсерватор, противный голос. Общение неплохое, медицина, а остальное, в принципе, как-то... Чё-то не очень. Жадность — это вообще писец просто полный будет. Чё-нибудь не понравилось? Всё. Так, давайте, чуваки, готовиться. Ждем, ждем, ждем. С чем вы хоть к нам идете-то? С дубинками, прочая всякая фигня. Так. Питомцы все у нас в налете. Кошки давайте тоже в налет. Так. Кошки тоже давайте в налет. И вы, чувачки мои. Так, ты... Нет. Ты у нас здесь. Они вообще сюда придут, нет? Вот и проверили нашу ловушку для гадов. Да куда вы сдохнете-то? Ага, уходите? Так. А, тут был, по-моему, выживший или уже все сдохли? О. Давайте посмотрим, что это у нас. Хорошая память, каннибализм, противный голос. Но дальний стрелок хороший. Так. Захвати. Вот ты нафига ломаешь двери, придурок? Знаете, нет, я, наверное, все-таки их добью. Тем более, они все ловушки переломали уже. Давай, давай, давай. Давай, фигачих. Так, все. Ну, короче, потом все это. Ой, блин, я не могу. Порошок психина и Бодрин. Так, у нас это, в принципе, есть куда сложить? Точнее, ну, в настройках там, по-моему, этого нет. Сейчас давайте сразу сделаем. Изделия. Наркотики. Так, пусть будут все. Бодрин, психин и все остальное, да. Этого полечили, нет? Полечили, хорошо. Ой, они нам серебра чуть-чуть тоже притащили, круто. Запрос торгового каравана, идите в баню. Нам бы кто пришел, купил наших животных. А теперь еще и всякой шняги, типа вот этих всяких гладиусов. И еще какой-то булавы вон деревянный.
Так, давайте расширим. Там еще пиво, я видела, есть. Минометы. Так, расширить, говорю. Чего ты не хочешь? Хорошо, уменьшить. Теперь ты расширишься? У нас работали четенько сработали. Как видите, наша ловушка работает, но, наверное, ее все-таки придется немножко дорабатывать, потому что что-то я не уверена, что вот это вот расстояние, оно маловато будет для того, чтобы вот, ну, вот они вплотную практически уже пришли. Надо будет побольше все-таки сделать и вот это все перестраивать, короче, будем тогда. Ну, это будем все делать, я, наверное, буду даже вне серии сделаю. Вот, так что на этом закончим. Давайте ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Всем пока-пока, чмоки-чмоки.